точно могу перечислить три категории пациенток, которые должны выбрать именно негормональный вариант. Тем, у кого есть выявленные медицинские противопоказания и ограничения к использованию гормональной терапии. Тем, кто прямо сейчас точно не уверен, можно или нельзя менопаузальную гормональную терапию. Негормональная терапия впоследствии может быть заменена на гормональную, а упущенное время, пока вы лечитесь, проводите дополнительное обследование или просто затягиваете с принятием решения, вам, к сожалению, никто не вернет. Тем, кто очень боится принимать гормоны, считает, что они непременно спровоцируют развитие негативных процессов в организме. К сожалению, психосоматика работает. И если каждый раз, принимая препарат, вы ждете рака или тромбоза, он к вам, вероятнее всего, придет. Кроме того, стабильное психоэмоциональное состояние нам просто жизненно необходимо. Всегда, а в менопаузе особенно.